Делаем шоколад. Я на шоколаде, звучит как будто я в шоколаде. Ирина. Привет, привет. Один это чей? Чей здесь лежал? Что, как вкусно? Засвоило. Скажите, пожалуйста, вот, каким должен быть горячий шоколад именно питьевой? Должен ли быть он таким, вот таким густым? Или он все же должен быть как какао? Смотря что, это шоколад просто расплавлен, это не говорит о том, что он расплавлен, он горячий. Вообще горячий шоколад по-хорошему называют какао. Просто там большая концентрация идет. Шоколад добавляется, какао также добавляется. А мы раньше расплавляли казахстанский шоколад с молоком, да, на кофемашине. И чем гуще получалось, тем круче мы выглядели. И это было неправильно? Нет, почему неправильно? В общем-то правильно. Главное, чтобы клиенту нравилось. Но горький горячий шоколад, он... по горлу растекается, и потом все время вот так хочется Фершит, делать. Да. То есть, если бы вы открыли ресторан, и у вас было бы в меню горячий шоколад, он был бы таким густым или все же Нет. как какао? Ну, не таким как какао, но и не таким густым, как этот, что-то среднее. А вы бы его делали из шоколада или из какао? Я бы добавляла и какао, и добавляла бы шоколад. А параллельно они могут существовать Конечно. В одном напитке? Конечно. Все, спасибо. Молодец, пока. Ага. Все, пойдем. Пойдем. Сколько медовый сироп? Ого! Вот так прошел мастер-класс.